Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные флешки. И сегодня я покажу вам такую игру под названием Cosmic Clicks with Steve and Max, после которой, возможно, вы меня будете ненавидеть, потому что эта игра заставит вас, ну, минимум, очень долго просидеть за компьютером или же оставить эту игру надолго. Потому что это игра в стиле Cookie Clicker, но уже на этот раз про космос, конечно же. В общем, в чем суть у нас, если вы не играли Cookie Clicker? Вот здесь, кстати, нам пишут подробности все, что это у нас сейчас здесь происходит, сколько мы там денег получаем, паузы, не паузы там и так далее. В общем, с нами тут общаются, вот это все бонусы у нас какие есть, и нам нужно щелкать. Да, щелкаем, получаем за это якобы скорость. А скорость потом мы тратим на то, чтобы купить себе новые прибамбасы, после чего у нас появляется... бонус в секунду, то есть вот, у нас сейчас уже 5 скорости в секунду добавляется. Это, конечно же, копейки, все это очень мало, в принципе, даже ничего не стоит. Поэтому мы будем сейчас прокачивать все больше и больше. Вот у нас уже появляется первый апгрейд нашего корабля, Engine МК-1. Хоп, у нас появляется еще один движок, теперь у нас 10 секунд идет. Ну и за щелчки тоже по 10. Это игра в стиле в разряде GZRX, то есть... После игры вы по-любому сможете пробивать пальцем стены бетонные, так что готовьтесь к чему-то новому в своей жизни. Так, ладно, включаем режим быстрощелкания на моей руке, поэтому сейчас постараемся очень-очень много набичков! Я хочу 4500 сразу! Так, сейчас мышка уехала. Продолжаем. Черт. Осталось немножко, давай. Ладно. Все, скоростной режим на моей руке выключился. Осталось просто дощелкать. Лучше всего, конечно, покупать апгрейды здесь, а потом уже вот здесь. Так, отлично. Сейчас у нас 10 секунд добавится. И давайте теперь будем... О, теперь у нас по 11 добавляется щелчок. Теперь будем прокачивать механизмы, чтобы у нас потихоньку все быстрее и быстрее все это шло. Механизмы самые дешевые, поэтому... как бы у нас... Особо нет выбора, что можно другое выбирать. Поэтому будем качать сейчас энджин наш. Так, двигатель. Офигенная музыка играет, мне очень нравится, что в GZRX, что в этой игре просто офигительную музыку подбирает, становится приятно слушать просто, по крайней мере, эту музыку, когда играешь эту игру. Вернее, мучаешь свой палец, прокачиваешь его как можешь. В конце так, вот, представь себе, есть же как бы много таких игр, конечно, в стиле Cookie Clicker, там, GZRX, но хороших, конечно, не особо много, это из разряда хорошая. Я сначала подумал, что она как бы, ну, такая, знаете, просто, ну, просто вроде Cookie Clicker другой оболочки, но она чуть поприятнее, она мне больше нравится, поэтому решил с вами ей все-таки поделиться, тем более, что она отняла у меня прилично таки времени. И я себе представил себе, если вот таких флешек бы много выходило, я бы их, допустим, часто снимал, то у меня так промелькнула мысль, я бы, наверное, тогда реально пробивал бы слой железа пальцем. Потому что после того, как в эти игры играешь, просто чувствуешь какую-то мощь в руке прям. Особенно, когда проходишь все это полностью. Так, 66 секунд уже у нас добавляется, это охрененно. Что мне нравится, кстати, здесь, с каждой прокачкой у нас будет на фоне что-нибудь интересное пролетать. То есть, вот сейчас мы летим вроде на корабле. И жалко, что скорость не видно, что быстрее становится, по идее. Вроде так же и летим на такой же скорости. Но, по идее, как бы мы летим быстрее. После этого мы там с каждым апгрейдом будем видеть все больше и больше интересных вещей. Вообще, сейчас бы идеально было бы накопить сразу на компьютер. Потому что компьютер дает на целых 1000 в секунду. Поэтому, я думаю, в принципе, можно попытаться... Так, давайте так это прокачаем, чтобы у нас 92 секунды стало. Можно попытаться и купить себе компьютер. Да, как бы это странно не звучало. Тут постоянно, кстати, говорят что-то на корабле у нас как бы робот Стив и капитан Макс какие-то. Они вечно что-то позарят, я не успеваю это читать, потому что... Я пришел сюда не за этим, я пришел сюда кликать.
Поэтому я кликаю, кликаю, кликаю. Сейчас докликаю до такой степени, что пробью мышку, может быть. Я говорю, это игра просто чудо в своем роде. Так. Ладно, сейчас наколачиваем очки. Давай. Ну сколько? Наверное, все слышны щелчки, которые сейчас происходят. Это ужасно тяжело. Столько щелкать, поэтому как бы я щелкаю. Сейчас скоро будет все эти 19 тысяч, и уже немножко осталось совсем. Я сейчас набью все это дело, и быстрее будет все уже. Компьютер, 1000 в секунду, я жду тебя, чтобы не щелкать миллионы раз. Давай. Мои силы уже на исходе, просто. Ну, давай. 1000. Все. Сейчас мы его купим. Все, 1000 секунд. Теперь можно более на расслабоне все это делать, потому что сейчас будет очень много прибавляться нам. Поэтому можно делать уже такие прокачки, например, и купить еще один компьютер. Конечно же, а зачем? Зачем покупать то, что дает нам мало? Этот компьютер дает целую 1000 в секунду. А потом у нас будет лучи 4000, щиты за 10 тысяч и хайпердрайвы, которые у нас будут давать вообще по 80. И сколько же нам всех апгрейдов предстоит открыть? Просто невероятно затягивающая флешка, серьезно. На ролике, может, не так видно, но если... Вот обязательно надо самому поковыряться в такой флешке, чтобы как бы это все-таки понять. Так, ну отлично, у нас уже очень быстро набирается... скорость. Забавно они, кстати, придумали, что у нас это не какие-то там деньги или что-нибудь еще, а какие-то эти руды, может, какие-то там космические, я не знаю, или что-нибудь еще. А именно почему-то скорость считается нашими очками для прокачки. То есть наш корабль умеет преобразовать скорость в материальные объекты. Весьма неплохо, по-моему, у нас корабль сам по себе офигенный. Что мне, кстати, очень нравится, что за каждый купленный апгрейд вот здесь вот у нас меняется внешний вид корабля. Это, по-моему, очень здорово. Так, можем купить бим. Теперь у нас есть бим один. Целых 4000 прибавилось. Так, давайте еще один бим, мистер бим. Еще один, 22 тысячи в секунду. А вроде недавно только сидели с соточкой. А уже охренеть как много. Если, конечно, сравнивать ее с куки-кликером, эту игру, то она довольно простенькая, честно говоря. Куки-кликер, например, там надо очень много просидеть, чтобы там получить. Поэтому это такой более такой легкий вариант всего этого дела. Потому что, ну, говорю, в куки-кликере там надо просидеть минимум пару дней, чтобы все это скупить, все, что тебе надо. А здесь, в принципе, можно за один заход. Ну, это будет довольно долгий заход, но он будет один всего. Так, 68 тысяч у нас уже в секунду. Так. Кстати говоря, на тему того, что в комментариях вы предлагаете пройти игру. Я прям себе представляю. Например, на GZRX писали: пройди эту игру полностью. Такие, я такой сижу и думаю: блин, ребята, это же GZRX. То есть там минимум часов 10 надо сидеть и все это дело снимать, так же, как, например, с этой флешкой, если вы мне в будущем предложите. Пройди ее полностью, да без вопросов, она всего лишь там на пару часов. Как я буду стоять и кликать. Это именно надо самому играть. А я стараюсь вам показать что-то интересное, чтобы вы сами попробовали. У нас уже почти 1 000 000 в секунду. Это уже охренительно просто. Надо будет прокачать энджин, чтобы у нас появились какие-нибудь интересные плюшки на корабле. Уже наконец-таки корабль прокачать. Давайте что-нибудь купим. Сколько у нас хулов? 12 хулов надо. 12 хулахупов берем. Тыщ, у нас появились крылья. Так, давайте берем сканер. 25 сканеров надо. Окей, босс. Берем 25 сканеров. Так, давай. Все. Хоп. У нас появилась теперь антенна. Так, теперь надо 25 бимов. Окей, босс. Слушаюсь. И повинуюсь. Так, все, 25 бимов. Бам.
Так, и теперь 25 гипердрайвов надо. И вот эта штука самая охрененная. Смотрите, у меня сейчас 2 миллиона 330 тысяч. Хоп, 4 миллиона. Просто на 100% усиливает гипердрайвы. И это просто обалденно. О, какая-то молния у нас здесь пролетает. Что-то интересное такое. Так. Что мы там следующее можем прокачать потом? Так, можно, конечно, купить еще энджинов. Да, надо это сделать. Потихоньку будем корабль прокачивать. Все-таки, кстати, интересно, что будет в конце, потому что до конца я не доходил этой флешки. Хотя прошло довольно далеко до этого. Так. 8 миллионов уже. В секунду. Ох, новый гипердрайв. 16. Охренительно просто. 17 миллионов в секунду у нас уже. И за щелчок сколько мы получаем, так это вообще с ума сойти. Так. О, мы солнце пролетаем. Вот да, вот это мне, кстати, нравится. Вот раньше мы солнце, по-моему, еще не пролетали, поскольку как корабль становится более прокачанный, мы видим больше и больше всяких интересных, кстати. Он говорит, предлагает, походу, сфоткаться на солнце, что ли, или что, у солнца. На Facebook потом выложишь, говорит. Так. Щелчок уже до хрена получаем, конечно. Я бы хотел, конечно, полностью хотя бы корпус прокачать. Тебе сколько стоит? 125 энджинов надо. Ну это, блин, офигеть, как дорого будет, потому что сам первый, вроде бы, стоит он копейки, но смотрите, если его поднимать, то он пипец, сколько дороже становится, поэтому как бы энджины качать — это очень дело затратное. Так, хоп, еще раз давайте корабль. И у нас еще один движок появился. Теперь хотя бы это симметрично выглядит, а то иначе выглядело как-то несимметрично, но несколько... Несколько раздражающе выглядит, когда несимметрично. Так. HD-драйвы. Вроде кажется, только что все деньги слил, а тут же появляется. Так. Сейчас наколотим еще. О, какой-то спутник пролетаем. Да. Интересно, в Землю мы здесь пролетать будем? Я, кстати, ни разу не видел. Я видел какого-то такого здоровую планету, робот или что-то такое. А, это, по-моему, было после того, как я купил третий или четвертый HD-драйв в свое время. А, такой большой-большой робот. Какой-то такой трансформер, я не знаю. Планета-трансформер. Пишите в комментариях, что вы здесь увидите, чтобы прям составить полный список того, что здесь вообще есть. Как интересные штуки можно увидеть. Может, все-таки здесь есть планета Земля? А? Кстати, эти ребята, по-моему, Макс и Стив из какой-то другой игры тоже, поэтому, возможно, можно где-то найти их предыдущие приключения и узнать, что же все-таки с ними случилось, почему они теперь на корабле летят. Так, осталось всего нам 6 апгрейдов, чтобы прокачать HD-драйв. После чего мы сможем до хренища получать секунду, потому что поставим вот это вот. И тогда можно купить что-нибудь другое, корпус, например, прокачать. Почему бы и нет? Я хочу увидеть, как выглядит более прокачанный корпус. Так, 4 штуки осталось у нас. Сейчас мы докачаемся. Так, включаем суперсилу, короче, так. О, давай, быстрее, щелкай, да щелкивай. О, черт, я аж окошко подвинул, блин. Эх, прервали мне мой разгон. Так, успел я хоть... Нет, не успел наколотить. Ладно, будем на медленной скорости тогда. Все, сейчас последний будет. Сотый. Так. Давай сотку. Оу, oh, е. Yeah. Так, 775 лимонов осталось, чтобы прокачаться. Давай. Сейчас будет. Сейчас у нас 32 миллиона, а сейчас будет 64! Просто безумно летит у нас эта скорость, накапливается. Так,
Давайте прокачаем корпус. Купим себе новый корпус. Сколько там надо? 50, что ли? Ну, видимо, 50 надо, чтобы корпус был новый. Так, хоп. Yeah, number one просто. Так, 50 сканеров. Ну, давайте сканеры прокачаем тоже. Ух ты, Татуин, шипьярд. Еще одна писюн прибавился. Так, 100 сканеров, 25 компьютеров надо еще будет. Так, давайте 50 бимов купим. Не так уж много тратится. Мне казалось, что очень быстро улетает очень сначала. Так, хоп, и два луча стоит. HD-драйвы, ой, гипердрайвы покупаем. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Флешка очень затягивающая. Я говорю вам, если вот сядете поиграть действительно сами, то вот все, не уйдете. Вот, захочется все собрать, все эти апгрейды, все это пройти. Тут просто захочется, я говорю вам. И на этом, в принципе, и все. Надеюсь, вам понравился ролик, флешка, поэтому не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если хотите больше подобных роликов видеть у себя в фидленте, так сказать. И не забывайте заглядывать в описание. Там тоже есть интересные вещи, поэтому заглядывайте почаще. Его еще разворачивать может. Ну что ж, на этом все. Всем удачи, всем спасибо за просмотр. Всем пока.